Мы снова здесь. Ёпта. Просто ворвался. Просто ворвалась на стрим. Так, еще было бы неплохо проверить. Как обычно, наше великолепное звучание моего голоса. Как обычно, наше великолепное... О, ну даже сегодня в нормальном настроении. Неужто, неужто. Текст, ребятульки. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Ой, а как бы так сделать, чтобы ничего не мешало? Никто не знает. Да, я тоже думаю, что вы не знаете. Поэтому ждем до первого зрителя. Я бы, конечно, кинула какую-нибудь рекламу, там, будьте супер блогером. Я бы ждала и ждала, когда кто-нибудь зайдет и сможет заценить сие творчество. Но все мы с вами знаем, то, что никто не придет, поэтому смысла ждать нет. Я думаю, мы настроились, мы будем играть в одну из моих любимейших игр. Пересмотрела весь South Park, готова обсуждать South Park, любить South Park и вообще вот все, что захотите, ребят. Все для вас. Начало этой ужасной, прекрасной игры. Далеко в землях Зарона жители крепости Купы сражались за свою жизнь под натиском злобных темных эльфов Ларниона. Тьма опустилась на королевство. Народ умолял своего короля спасти их. Благородный король, известный под именем Великий Магистр. Тысячи лет шла война, и лишь доблесть Великого Магистра спасала его преданный народ. Но несмотря на то, что король был бесспорно крут, армия темных эльфов нападала снова и снова. Они жаждали заполучить самый ценный артефакт людей. Палку истины. Однако ветра войны переменчивы. Весть о загадочном новичке разлетелась по кругу. В общем, мутки там какие-то происходят. Обалденно, я объясняю. Такое прям... Нехиленькое вступление. А теперь мы выберем, кем же мы будем. Мы можем быть Dark People, White People, Mexican, как их там, Latinos. Может быть, Рикардо Милосом. Хотите быть Рикардо Милосом? Да, давайте. Дальше. Вперед. Мы выберем себе Зубер Бриджсон. Наверное, слишком. Будем девочкой или мальчиком, как вы думаете? Обычно девочки играют за мальчиков, мальчики за девочек. Задумайтесь, почему? Нет, какой-то, блин, вообще. Знакомьтесь, я президент Америки. Ладно, не будем. Это у нас еще забанят нахрен. Ну, это такой. Сложно. Вот это как зэк. Ае. На самом деле, что бы мы не выбрали, мы будем ушлепанами, поэтому мы, наверное, остановимся вот на вот этом, и потом сделаем что-нибудь получше. Вперед. Так, оденемся. Мы можем одеться совсем как чмошник. Можем одеться как крутопаря. Ой, у нас будет такой, знаете, пацик-рэпер. Ей я желаю тебе смерти. Либо работник месяца. Так, работник месяца или... это слишком по-взрослому. Я думаю, он у нас будет таким... Как там, грандмастер бит, блин. Я думаю, нам это сойдет. Эсьма отнюдь. Отлично, брючки.
черные брючки. Если мы сделаем розовый, это будет зашквар, поэтому его на районе побьют. Сделаем серенький. Так, можем сделать его всего прыщавого или мешки под глазами. Он типа такой любит подраться. Можем сделать писюлю на подбородке. Можем сделать жирный подбородок, как Картмана. Веснушки. Какая-то хрень. Грязь. Родинка. Родинка. Ура! Стрим, привет, привет. Ну вот, уже не зазря. Сегодня здесь мы собрались. Всего лишь 5 минут. А уже первый зритель. Так, если мы сделаем ему... Короче, это должен быть такой парень, которому отвесили леща, и он повидал жизнь просто там, не знаю, вот у него должен быть лицо, как будто он прям повидал жизнь. Нет, он тогда не похож на мафиози, хочу мафиози. Вот это или вот это? Сложно. Ну ладно, пусть будет как в лице со шрамом. Так, а очки, типа, он такой... Нет, мы же не будем из него ботана делать. А есть какие-нибудь брутальные очки? Типа, я бой. Не, ну это полный тренда. Короче, можно без очков? Спасибо. Без очков, короче. Завершено. И South Park представляет игру Дашули на стриме. Махаха. Буду нести сегодня бред. А, дела отлично. Вспомнила, какая мне нравится игра. Пошла вот в нее поиграть. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Родители у нас, конечно, вообще зашкварные. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. Еще пока не смотрела, но обязательно до нее доберусь. Сейчас просто по настроению села поиграть. Вообще будут стримы по средам. Отныне. Ну и по настроению когда-то. Вот сегодня появилось настроение поиграть в South Park. I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little Нифига ты лупишь, блин, клюшки ломаешь. Ну ты прям этот... Ну, ничего страшного. Тебе новую купят. Я уверена. Ну, такой ребенок Даун. Ага. В натуре. Yeah, we love you too. Да, пришло отцу. Короче, я играю за ребенка Дауна. Хе-хе-хе. Ну, хотя на самом деле он не Даун, я думаю, ему просто бесит его. Отлично. Знаешь что? Я играла в прошлый раз с геймпада. Поэтому, наверное, будет сложновато сейчас. Если сейчас будет очень-очень сложно играть с Клавы, будем играть с геймпада. Собственно, почему бы нет? О, ништяки. Чё, хомячу Skittles? Вообще, у меня очень сильно горло болит. Но это не мешает моему хорошему настроению, поэтому я налила себе горячий чай, чтобы не умирать. А чё дверку нельзя открыть? Вот, чтобы вести стрим. Так, как это? Можно как-нибудь? Нет, у меня нет Xbox и плойки, но очень хочется плойку купить. Было бы неплохо, но денег нет, скоро рассвет. Поэтому, как только будут бабки, просто на все бабки мы купим плойку. И купим себе Redemption, не знаю, еще какое-нибудь дерьмо там. Купим Last Guardian. А, спасибо, я не умру. Купим Last Guardian. Что там еще есть на плойке такого хорошего? GTA-шку на плойку купим, не знаю зачем, хотя уже, наверное, скоро 6-я выйдет. Но все равно... Так, ну что надо... Я забыла. Сейчас, еще раз, два, я готова жать на эсочку.
Ей. Короче, этот мерзкий поступок нам потом пригодится. Чтобы вы понимали. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Так и уходим. Мне тоже нет. Ну, нет так нет, знаешь, главное иметь ПК. Только единственное, вот когда... О, привет, привет, Тёмыч. Заходи, друг дорогой. Да, это факт, да, тут все больше, чем он. Так и вот, о чем я говорила, что в прошлый раз, когда GTA-шка так-то вышла на плойку, ее же так долго ждали на ПК, там просто чуть не подох, ну просто народ подыхал, неистовствовал, мужики там бедные вообще. А потом сейчас вышла Red Dead Redemption, и что мы наблюдаем? То же самое, все просто безумно ждут ее на ПК. То есть непонятно, как бы фишка плойки. Да, брат, братан, братишка, брат за брат, в душу, брат. О. От души душевно в душу, брат. Я не знаю, есть ли смысл с ней говорить. Outside, ой, пошла в жопу. На улице, на улице. Бабки. Бабки, это хорошо. Знаете, хоть где-то у меня бабки будут. Ну так. Хоть где-то я не нищеброд. Вы в курсе то, что 2 доллара это по нашим деньгам уже сколько? Так, на штат. 120 рублей. Обалдеть. Почему мы вышли на улицу? А, уже 140. Огонь. Вообще, просто живем в лучшем мире, я бы сказала. Где доллар по 70, ёптить. Так. Надеюсь, чтобы открыть журнал заданий. Сейчас мы пойдем знакомиться со всеми. Так, закрыто. Это мы не можем. Нет, не можем. Я испробовала все методы. Наш гараж, можем открыть гараж, что подобно. Собственно говоря, к чему мы пришли. А, ты проходила, да, South Park, вот этот с палку истины? Это вообще... О, Баттонс. На, получаю розу чмошник. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Так это ж... А, так, стоп. Мы сейчас не продолжим играть, пока я не поясню. Скажи мне, пожалуйста, дорогой Артём, смотрел ли ты весь South Park? Что? Так, я не поняла последний комментарий, но я девочка, мне можно не понимать. Так вот, по поводу South Park, я посмотрела весь South Park, я могу теперь это сказать. И, короче, мужик, который с яйцами, это же, по идее, папа Стэнли или какого? И, типа, короче, у него там была какая-то болезнь. Он под конец просто уже свои яйца реально в тележке катал. Чтобы не подохнуть. Извиняюсь, ребят, я просто пью. Чтобы горлышко не болело. Ура, можно же заходить к левым людям? Нет? Наверное, пока нельзя. Нет, думаю, по-любому можно будет. Я очень советую посмотреть South Park. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom.
Я, в принципе, считаю, что South Park — это вообще как отдельная вселенная. Она настолько безумная и дикая, но она крутая. Это факт, просто. Так, что ты за свою палочку Машу пошли? Не говори с ней. Ну да, это в сериале тоже было, что они потом стали типа супергероями. Видите, какое у нас суперкоролевство? Это же вообще огонь. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Класс, дарю обед. And here, of course, the lovely Princess Kitty, the fairest maiden in all the kingdom. А Кенни — это вообще отдельный персонаж, о котором можно говорить, наверное, вечно. Такие шоу. Мы, наконец-то, куда-то приперлись. Зачем посмотреть на камеру, что ли? Прикольно. Ты поешь песенки, я поняла. У тебя настроение петь песенки Моргенштерна? Или как? О, пенек какой-то прикольный. Хорошо, покажи в действии. А заползти могу? Наверное, я просто нахожусь в поиске... Да-да-да. Обычно в таком месте бомжи обитают. Пасхалка с продавцом Тако. Не, ну мы ее обязательно найдем. Мы собрали цветочек для принцессы. Че? Ничего? И ничего. Так, ладно, давайте мы поговорим с Картманом. О боже, так, вы так милосердны пустить меня в свое королевство. Мы такой нига-хипстер. Как бы нам вообще не до вас. На самом деле, чисто по приколу, могу назваться Дауном. Ой. Ага. Отличный русский язык, ребят. You entered douchebag, is that correct? Да, я, по-моему, это делал. Так. Чмо или не чмо мы? Вот в чем вопрос. Ладно, я буду чмо. Нет, конечно. Так само быть. Блин. Между прочим, быть евреем не так уж и плохо. Будет очень много бабла. Наверное. Не, ну воина точно нет. Маг — это классно. Вор. Ну, такое. Вот либо еврей, либо маг. А чё вор? Чё он даёт? Не, да мне-то чё? Я могу и вора выбрать. Магия будет, типа, вжух-вжух. Там, по-моему, у любого есть свои фишки, поэтому... Блин, ну, еврей меня не отпускает. Отпусти меня, еврей. Ладно, вор так вор. So I guess we'll never really... У меня будет либо гандончик. Хм, у меня зато золотые кольца, перстни. Ладно, вор так вор. Ты уверен? Да, я уверен. А там же есть что можно переквалифицироваться. Переквалифицироваться в соус-парк.
Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Они хотят меня обучить искусству боя. Смотри, даже сиськи сделают. Приколюха. Это не выполнено. Цветок для принцесс. Ворчмо. Ну да. Зараза, подсказки-то тоже интересно, что такое. Ладно, купить, продать. Потребляемые вещества. Закрыто. Оружие. А, так у нас тут вообще все закрыто, да? Вот же срань. Снаряжение. Закрыто. Ну, понятно, все сейчас закрыто. Ладно, пошлите махачку. Да, давайте песенки петь. Тоже против. Так, а что мне, куда идти? Вон, кто его-то хрен оденет? А, я понял. Туду? Эй. А я не знаю, чем успеть. Ну, типа... Как, блин, это делать? Ой, ребятульки, на клавиатуре вообще невозможно. Как мне перетащить или что? Вот так вот. Тынь-тынь-тынь. Тынь-тынь. Тынь. Ае-ае. Просто мега. Вот. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Махачу строим. Обязательно включим песенку. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Так. Выбрали действия. Пят вооружен, начнет мигать. Нажми левую кнопку мышки, чтобы атаковать. Просто ушатал. Мощный так очнул удар Клайда так. Чтобы что? Правую кнопку, чтобы провести ему. На-на. А почему? Нормально. Нормально я его влупила. Че вы гоните? Так, правую кнопку мыши это блок. Тартнер, как обычно, блин, дерьмо желает. Чего использовать способности? Кем у нас есть способности? Удар в спину. Ебать. Классно, для мастера лупу свою такую рожу чмо. Теперь сделай это еще раз. Что? Я давал тебе фору, вот тебе. Он же подохнет лучше, похоже. А что, мы еще раз можем? Так, левую кнопку мыши. Левую. Все, короче, пацана, я ушатала. Я просто красавчик. Штаб раунд, блин. Падла.
Okay, okay. You bring yourself with you, bag. Now come inside the war chest and I shall let you see the relic. Так, ладно, пацан к мамке убежал. Сейчас мы включим песенку. Так, а что ж, какую песенку тебе включить? Дорогой юный зритель. Что это за песня такая? Не подскажешь? Мне не выпили от стрима из-за этой песни, потому что, между прочим, из-за и как правообладателя стримы выпиливают.
Сори, пацаны, как обычно, проблемы. Как обычно, не вовремя. Ну, сейчас буквально минуту и подойду. Тык. Ну, как обычно, у нас непредвиденные проблемы. На это у нас как всегда. Не стоило даже удивляться. Да нет, все хорошо. Не переживай так. Все будет отлично. Даже свистнуть ничего не можем у нашего-то короля. Дай сраным эльфам пройти. Да как нахрен делать? Так, ну... Пойти к Барту помочь. Сейчас вы гребете, мерзкие твари. Бачмо. Я верю в тебя. Да я ж не так. На самом деле, я не так сильно пострадала, чтобы использовать эликсир. Да, очень важный вопрос. Какой? Ну, понятно, нам тут объясняют сами правила игры. Поняли? Да, девочка. А кем мне еще быть? По-твоему? Ну, типа, ты, может, таких девочек не бывает при чем? Ну уж точно не мальчик, поверь. Если бы что-то поменялось, я бы узнал. На, человек. А чё, баба не человек, что ли? Ты это завязывай. Не-не-не, я вот это хочу применить. Так, один эльф огреб. Мы можем у него полные шмотки взять. Без мы уроды, мы просто берем и забираем у раненых. Получай говна. Забираем у раненых всех припасы. Это не совсем хорошо. А Кармен, падла жирная, просто стоит и смотрит. Скотина. Я-то застрелю эту суку, только мне нужен... Еее, лучник повержен.
Я тоже очень хочу на каток. И да, конечно же, я знаю игру Монополия. Монополия, между прочим, очень интересная игра. Там могут открыться твои скрытые таланты монополиста, блин, экономиста. В общем, да, клевая игра. Факт. Боже. А, не-не-не-не. Вот, луком. Луком мне точно. Ах ты, тварь. А чё я его убить не могу? Ну-ка, давай. Ну все, теперь ты огребаешь говна. Просто подохни. Разота. Так, и еще разок. Еее! Так-то. Знаешь, давай на чистоту. Между покататься на катке и сидеть за компом смотреть стрим, конечно же, идти кататься на каток, потому что лучше проводить время на свежем воздухе. Поэтому тут как бы даже не стоит выбирать. Я не обижусь. Просто пацан нагрёб. По щам. А сколько у тебя сейчас времени? Ладно, давай еще раз. И... Ой, 3 часа дня я бы пошла покаталась на твоем месте. Тебе что делать больше нечего. Зачем сидеть дома, когда можно не сидеть? Знаешь? Это факт. Что? Лучше погулять. Согласен, наступаем. Да, бегите, бегите, сволочи. Палки зины нет. Короче, пока это дебил. Так это я что ли виновата? Я могу перестать стримить. Верь. Вообще без проблем. I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And take my warriors here! Почему? Fighters, go with him! Такие нам надо... Пуньку. Лады. Так, у нас теперь есть Баттерс, который будет за нами везде шарахаться. Будет прикрывать наш тыл, так скажем. У нас есть желание обшмонать хату Картмана, потому что он говнюк толстый. И хоть где-то мы можем отомстить ему. Мы его спалили.
Да, у Эрика много всякого дерьма, поэтому мы заберем все. Даже не смотрю, что мы берем. Думаю, сейчас мы найдем магазин. А, точняк, мы сейчас зайдем в магаз и продадим всякое дерьмо. Так. Просто мне нравится его мама. У его матери нету мужика, короче. Вот она развлекается. Я бы на ее месте бы так же бы развлекалась. Если честно. И... просто больше дилдонов. Боже мой. Зачем смотреть YouTube? YouTube это вообще неинтересная вещь, потому что каждый просто пытается запилить видосик, причем он даже не смотрит, интересно он или нет. Вот я сейчас здесь не потому, что я хочу запилить видосик, а потому что я хочу пообщаться, ну и, в принципе, поиграть в игру. Но есть многие люди, которые просто это делают. Да ладно. Чё ты? Не 18+. Ну, почти. Так, нам надо в магаз закупиться барахлишком у того пацака. И потом пойти созвать как там, общий сбор. Мстители, блин. Ну, давай. Это... продать. Это продать. Подбородок продать. Купить. Что мы можем купить? Нашивки для костюмов. Смысла нету. Потребляем вещества. Так, вот, началось. Вот это купить. Купить. А, большая порция купить. Воскрешающий эликсир купить. Так, что еще есть? Оружие. А у нас какой уровень? О, у нас это 2-й уровень, можем уже что-нибудь покруче сделать. Сабля воина. Так, вот мы будем воином. Назад. Имидж пофиг, оружие на... Я думаю, купим, но мы ее, по-моему, пока что не можем на себя нацепить. Снаряжение. Шлемклайда. Не, мы лучше всякие вещества купим, потому что они нам сейчас будут поважнее. Так, привет, привет, Дмитрий, вы Дмитрий? А, да, 17,5, все верно. Ладно, хватит затариваться шмотьем, нам надо свою банду собирать. Так-то, пора бы уже, ну. Так, уйдет меня женщина с дилданами. Мало ли чем наболеет. Так как у нее была красная ленточка спит, можно представить, что она этого, ну и поняли. Умрет она скоропостижно, и бедного Картмана оставит этому миру одного. Сообщение, давайте посмотрим. Так, главное, да, куча друзей. Иди в жопу, новичок, все было хорошо, пока ты не бьет. Ой, иди в жопу, тоже иди в жопу. Ну, короче, типа, прочитала инвентарь, вот. Сабля воина, можем ли мы на нее? Пока мы не достигнем уровня, хрен бы нам. Ну, мы можем ее поменять. Мы можем. Что же мы можем? О-о-о-о. Блин, как я. Ем, будем с бородкой. Просто красавцы. О, Лена, привет. Ой, как... точнее, не Лена, Ксюша. Извини, пожалуйста. Я сразу же вспомнила, что я ошибаюсь. Так, у нас есть очень много билдунов. Я не знаю, что мы будем с ними делать. Но, наверное, что-то интересное. Да, я могу завести толпу, а могу завести дилдон. Блин, дилдон завести проще. Ладно, вы этого не слышали. О, силиконовый куб.
Ксюша, как тебе Антонио Бандерас, силиконовый кукла? Фу. Просто фу. Так, ладно, на всякие ништяки. Способности хрен. О, можем... Так, вот, мы улучшили способность. Да. Магия хрен. Задание понятно. Карта понятна. Находки понятно. Чейн панк ман. Да, бодрил из плулу. Боже. Бодрил из плулу. Вот так вот я бы сказала. Ладно, все. Пока что мы готовы. Я готов. А идти-то нам куда? Гребаные крысы, мы сюда не пойдем. А теперь-то мы можем? Да вообще будру. Я могу. Я вообще много чего могу. Ты какой маленький малыш. Можем расхреначить все. Теперь у нас есть оружие. Можем взять вот так. А можем вот эту вот игрулю снять? Не можем. Из оружия дальнего боя. Как нам лучше? Ага, обожаться. Как применить его? Мини-котик. Мини-котик это как? Ой. Ладно, не суть. Наверное. Мультик вообще просто шикарный. Я думаю, что ты согласишься со мной, что это топчик. Просто своя вселенная. Мы выйдем в большой мир. Муж и женушка, занимающаяся ютубом. Гэнгзда, привет. Я уже поняла. Да, по этой игре вторая часть будет, потому что она мне нравится. Я могу поиграть в КС-ку потом как-нибудь. Интересно, каково это быть ютуберами, женой и мужем. Это, наверное, жестко. И они это все показывают. И, ну, если им это нравится, почему нет? Как бы, кому-то нравится свою личность выставлять на показ, кому-то нет. Типа, как бы, дело каждого. Вот. Привет, привет, Алексей. Моя правая рука. Получай говна. Ну, в смысле, не ты. Так, я хочу кого-нибудь ушатать. Просто убил. Я не защитилась. На вас, между прочим, отвлеклась. Хотела посмотреть, что вы там говорите. Ладно, сейчас у нас бой закончен. Чё, пофигу. Целебный эликсир. Давай. Пей. Эгей. Мы снова в строю. Сейчас бы аптекарскую кладовку грабить. На, нахрен. Мы просто огребаем, ребят. Вот я читаю ваши штуки-дрюки и просто огребаю. Верите, нет? Так, кого там надо? Вот это. А чё? В чём проблема? Так,
не пойдет. Живи, Баттерс, живи. Что, обалдел, что ли? На, нахрен. Ах ты, скотина. Очень напряженная битва, ребят. Вообще не могу отвлечься. Говорится, сорки. Дохни, тварь. На, нахрен. Е... Давай балдели камнями бросай. Ах ты, мразь меня. Я ща подохну. Так, срочно. Let's go, asshole. Так, мне надо себя это самое отхилить. Так, этого уже не спасти. Поэтому просто сделал последний удар судьбы. О, ништяк, мы одного пацана убили. Так, соблюдаю. На. Так, сейчас подохнем. Баттерс, давай. Последний раз просто подойди и ударь. Как мужик, давай. Опа! Мужик, красавчик. Просто красавчик. Любимый герой, ёпта. Так, Майнкрафт не... Ой, я только вчера... смотрела прохождение Майнкрафта и думала, блин, может Майнкрафт поиграть. А сейчас никогда не играла. Вообще. Но всегда было интересно. Так что твое предложение на самом деле уже второй день рассматривается. Вот. Привет, бейба. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Ах ты, тварь. Продажная. Знаете, всегда есть такие шкуры. Тут что? Ничего. Ты будешь со мной играть? Ну, уже неплохо, неплохо так дело пошло. Что, полицейский, привет. Че, нам надо всех добавить друзей или что? Не, ну мы сейчас всех, блин, добавим. Так-то. Нам не сложно. Сегодня у нас ламповый стримчанский по одной простой причине, что у меня появилось настроение небольшое, ну, поиграть с вами, поболтать. Так вообще стрим будет по средам, но это я так повторяю. А то мало ли чё. А чё мы с тобой, тётя, давайте мы с тобой подружимся. Well. Чё по майну? Ну, я думаю, что можно будет что-нибудь придумать. We must get back to the question at hand, my lord. Закрыто, да? Ну ладно. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Hi. Какая Did you прелесть. Accidentally get someone pregnant? Сейчас бы кому-нибудь сделать нечаянно ребенка. О боже. Обожаю эту игру. Просто обожаю. Ща я гриб... О, тетя поменялась. Чувак. Ой. Сиреново, братан. Так, а ты чё? А чё все какие-то необщительные, блин, в телефоне постоянно сидят? Топай. Так. Да хрен его знает. О! А как на клаве делать? Так. Why here? Why now?
Не, ребятульки, надо разобраться, что за дела такие параметры. А чё нету? Не, ладно. Пока что так играем. Пока что не критично. Отлично, по-моему, вся моя жизнь сидение бомжами с бутылкой. Сидение жопы на бутылке с бомжами, я бы так сказала. Давай, подходи, малыш. Блин, что-то меня вообще очень жестко сейчас прижало. Дима у нас что-то не хочет стримить. Говорит, что стрим для лохов, а я страдаю хренью. Ну, типа того. Типа, взрослый человек, надо заниматься взрослыми делами. Вот. Мой. На, нахрен. Блин, еще бы его разок ударить. Ой, давай мы твою ударим. Божечки, добей ты его уже просто изрешети, давай. Опа! А у нас случайно уже третий уровень не настал? Нам просто обычно быстро уровень делается. О-о-о, сейчас мы сломаем снегочка. Пройдем к телочке. Ой. Эй, привет, привет, новый человек. Как ваше ничего? Рассказывает, дорогой дружок, пирожок, как твои дела? Кстати, это же по сути эти, ну, картинки из игры. О, полотенчик, мой любимый персонаж, собственно. Наверху справа Баттерс, у него усы из дерьма. Ну, короче, самое топовое это полотенчик. Вот же падла. Сцена все закрыта. Ну-ка, давай поговорим. Моделью? Нет, давай без этого. Как посмел человек дергать девушку за волосы? Он что, обалдел? Так ему передай. Это вообще самое низшее, что он мог сделать. Таких парней надо самих дергать, блин. За кое-что. Да посильнее. Так. У нас появилась штучка. Чё? Дурак, что ли? Чё он там сказал? Чё ты не видишь? Ты не видишь. Я вижу. У него нет, не отвалится, потому что нехрен быть говнарём. Сейчас бы, блин, девушку за волосы дёргать. Знаешь что, вот, он тебя сперва за волосы дёргает, блин. А потом, блин, да бог ударит. А потом вообще будет себя вести как мудила конченый. Так что, ну его нахрен вообще. Вот что я считаю. По поводу мужиков. По поводу Евгении. Привет-привет. А еще мне не показано, сколько мне человек смотрит. И вообще я думала, что на этот стрим, как обычно, никто не придет. Ненормальный. Ну, это свойство, мужики все ненормальные, это факт. Такое, не говорю, что это я сказал. Ты еще обидится. Да, понятно. Король пиратов, просто обосрат. Король пиратов, хренов. Малолетний пират. Это не приговор. По поводу того, что он ненормальный. Так если он ненормальный, нахрен тебе нужен? Ну ты извини, я, наверное, все дело лезу, ну просто типа чё. Кстати, никто не в курсе, куда мне вообще надо. Вот я что-то иду, иду, такая хожу. Чё у нас по оружию? Ну чё? Задание. Найди Крэга. С ним
карта. А, ну мне вот сюда, вот сюда, и куда еще? Йоу, так это капец, топать. Ну ладно, пока что сюда сходим. Тин-тин-тин-тин. А, так мы можем быстрее ходить. Вот я дал. Учитель, не видишь, кто забирает дневник? Знаешь, я тебе тут кое-что сейчас расскажу. У меня была, по-моему, точно такая же история, поэтому я не знаю, мы, может быть, с тобой в одном классе учились. Хотя у нас Ксюш не было. Ну, короче, был такой же кадр, поэтому я хрен знает вообще, что в этой ситуации делать, если человек дал конченый. Наверное, просто терпеть, понять, простить или как-то говорят. Что нас не пропускают-то? Ну, можно отпустить. Вход не сегодня. Ну ладно. То, что я постарше, это не обвиняет то, что я не знакома с точно такими же даунами. Я уже забыла, что я только что сказала. Да, на пару лет старше, а уже как бабка. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the map. Начал плакать, потому что тебе поставлю два. Он типа так тебя жалел или что? You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Mamber Pig is here or not. Шикарно. Вообще, на самом деле, нынешние мальчики. Не все, но есть мальчики, которые ведут себя хуже баб. И это факт. Они очень странные. Есть неуравновешенная психика, это факт. А, ну вот я и говорю, то, что неуравновешенные, в принципе, ведут себя. Да, блин, для меня это вообще не мужики, не пацаны, не знаю, не мальчики. Просто ведут себя хуже баб. А где вы меня привели? Блин, это можно купить. Сейчас чуть нечаянно игру не свернула, не закрыла. В общем, забей. Есть такие идиоты, и... Кстати, с ними ничего хорошего потом в жизни вообще не получится. Они, возможно, думают, что они это переживут, там все будет лучше, но нет, не будет. Я не могу не согласиться, обожаю, когда отбитые люди покидают нас. Этот мир и нас, в принципе. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like 8 employees. Here it's just me. Слишком много заданий перепадают на мою, блин, душеньку. More coffee. Need more. Да, больше кофе. Все правильно. А что вы там будете делать на этой фабрике? You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay calm. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended.
like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dapped... Фига там. Так, пить. Пить. Еще хватит. Есть мороженое? Блин, ты там не умри, девонька. А то горло заболит, умрешь. Я просто сейчас сама с больным горлом сижу. У меня даже зависть некоторая просыпается. Ты будешь мороженое хавать. Да, разбей этот снежок. А где у нас вообще? И куда нам идти, главное? Так, это понятно, это понятно. Обратно, обратно. Угу. Короче, обратно надо. Окей. Давайте попытаемся пробежаться, чтобы быстрее было. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. Hey, okay, you wanna see a movie? Oh, I try, you can't, and you're sorry, it's too mature for you. Правда, что? Жаль. Да ладно, чё, я не помру, если не побываю на фабрике мороженого. Настоящая девушка. Истинная, я бы сказала. Болеет, но всё равно пойдёт. Потому что, блин, как такое можно пропустить? Не, я согласна, чё. Так, эльфа, пиши в жопу. Я не буду с вами драться. Трин-трин-трин-трин-трин. Так, я правильно вообще иду? Угу, правильно. Гроза лучей, правильно иду. Привет, привет. А чё у вас в школе карантин? Слушай, я так посмотрю. Ощущение, что везде по всем школам карантин. Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Да ну ты брось. Ты меня обманываешь. Ты слишком умна и хороша, чтобы быть настолько. Ой, туда я не пойду. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас, походу, придется с кем-то биться. Да, я так думала. Ну, я говорю, у вас там что-то у всех карантин. Верь мне, чувак, ну вообще не секрет. Эй, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit, it's a kid! Схрена ли бы я мент? К счастью, на палочке это хуже, чем грипп. Факт. Здесь вот не подохли. Малыши карандаши. Блин, нарколыга, давай ты уже. Так, розочку себе в жопу засунь. Ты чё, обалдел? Эх, выбью из вас. На, нафиг. Так, способности. Давай это, что-нибудь сделай полезное. Да. Что-то не получилось у нас чуть-чуть. Ну да ладно, сейчас получится. Так, хватит. Ой, сейчас мы подохнем. Пожар. Горим. Так. Давай воскрешим этого дебила. Привет, привет. Я не читала сейчас сообщение по одной простой причине, что я пытаюсь не сдохнуть. Ну так, как бы. Блин, да ты задолбал подыхать. Ты мне кхи распользовать. Так, давай. Дай.
На, все. Падает штучка. Так, как себе потушить, интересно? Я себе сделаю супер большую штуку. А потухнуть нельзя? Ну так, как бы, блин. Печенька не тушит огонь или что? Что за беспредел вообще такое? Ну-ка, давай, грибай. Нарколога несчастная. Еее, враг повержен. А, Вантус. Блин, Вантус, это очень страшно. Неизвестно, что он им делал. И где он им побывал. Так, давай, просто тряси его молотком, давай. Так, и второй тоже. Тряси его. Все, просто красавчики. Это идеально. Идеальное сражение, просто шикарно. Давайте заберем у них шмотки. Не то чтобы я плохая, но я думаю, что шмотки нам пригодятся. Наберишь ты. А чё, девочки, забирать ничего не хочешь? Ну. Как же стрелять? Так, все, я сейчас почитаю это самое, да. Это были не бомжи, это были наркоманы. Я типа в притоне. Я понимаю по одной простой причине, что в 8 лет мне уже говорили, что я слишком по-взрослому мыслю, рассуждаю. Ну, это уже как минимум. А сейчас, с вашего позволения, походу надо все-таки найти геймпад и раздолдонить вот эту вот дыру. Хотя, может быть, и не надо. Пока что вроде бы играется. Чё-то я прям не знаю. Да, можно как-то было стрелять? Я вот просто отвечаю. Вот я нажала на какую-то штуку. Так, как я... Вот, я на Q нажала. И чё? Стрельба. Ещё, да? Ладно, разберемся. Ела бумагу. Я ел траву. Я ела... Что еще ела? Я ела... Основательно к этому подойду и вспомню. Короче, я не ела песок, но... Я точно помню, что как-то раз у нас рассыпались кириешки прям вот на землю, блин, на пол. Да, я ела кириешки с земли, поэтому, можно сказать, я ела песок. Это не страшно. Как видите, я жива. Все хорошо. Ну, почти. Почти хорошо. Сейчас бы подохнуть. Тёлочка, стой. Так, незваный гость. Как мы... Нет, не надо, пожалуйста, боже ты мой. Я не помню. Защити себя от газового прицела баллончика, да? Ага. Давайте смотреть. Чё? Придётчики. Кстати, неплохо. Мне нравится. Дерьмо какое-то всякое. Ещё дерьмо. Просто брутал. I'm brutal. Да, спасибо, я выживу, я верю в свои силы. Я обязательно выживу когда-нибудь, когда разберусь.
Да, очень много дел. Ты много пересел. Вот, погоди, да, я сейчас... Здесь смотри, сейчас... Ну, тварь. О, прыгазмат, где я обзываю, смысл средства самозащиты. Приезжай даже. Так, я понял. Нам надо пидорить он туда. Блин, кефир жрать захотелось. Я бы сейчас бы курочек сожрала, да, оттуда. Соусом. Вот за что ты так со мной, а? У меня аж слюни потекли. Жрать охота. Ту-ту-ту-ту. Ладно, я обязательно схожу пожрать. Позжа. Так и быть. Что-нибудь нахомячу себе вкусненького. О, еще можно завтра что-нибудь вкусненького пожрать. Боже ты мой. Были бы деньги желания, да? Блин, давай обалдели, что ли? Ладно, я вчера... Вот я вчера, как хороший человек, просто обычно я... Да, я там могу пиццу заказать и так далее. Но вчера, между прочим, я жарила рыбку на гриле. Вышло даже весьма неплохо. Что еще ела? А, и креветки на гриле жарили. А, еще и зелень прям ушло. Не могу о еде говорить, люди текут. Все за вас. Ну что за люди такие? Вообще меня не жалеете. Да? Так, давай мне маску. Сет, снаряж... О, масочка. Купить, ёпти. Ну, понятно. Больше ничего нет? Чапали. Так, сразу маску наденем. Чтоб не огребать. Шашлычок. Вот от чего бы я бы сейчас реально не отказалась. Так это зараза от шашлыка. Это ж просто вообще еда богов. Да, все, решено. В следующих выходных надо делать шашлык. Зимний, скажем так, шашлык. О, папа Кенни. Что с тобой? Нас отсюда выгонят или нет? Так, давайте у нас обсуждение, чтобы совсем слюнями стеклась. Говорите мне свои любимые блюда, скажем так. Пофигу, приготовленные или купленные где-то. Блин, это самое кайфовое, то, что дымочком пахнет, прям такой, боже, как же у меня текут слюнки. Вы меня не любите, я поняла. Ну да ладно, давайте, рассказывайте о своем любимом блюде. А лучше не так. Расскажите о блюде, которое вы можете купить, приготовленное. И о блюде, которое домашнее приготовленное. Вот, давайте, делитесь со мной. Ты как раз не знаю, что вкусного замутить. Ну ты, мудак, рыжий. Ну, пошли огребать. Блин, крысы бешеные, я же умру. Я просто отвечаю, что можно стрелять как-то. Курица на гриле, да? Кстати, да. Я еще не пробовала, мы только недавно гриль купили. Надо попробовать. Я думаю, там, в принципе, любое мясо будет офигенно приготовить. Пирог. Пирог, да. Это вещь. Факт. Ты в KFC жрёшь что-нибудь? Ну так, может быть. Не, не хочу огребать. Так, мы пока что это все пройдем по одной простой причине, что у нас нету бабла, вообще нету бабла. Чё, обалдел? Работёнка.
Ой, у нас тоже не было KFC, но теперь оно не так давно появилось, и там просто орава, не знаю, детей, людей, просто всех, кого только можно. А у нас нет Бургер Кинга, понимаешь, какое дело? Вообще, да? Грусть, печаль. Я так скажу, без Бургер Кинга очень грустно. Но с другой стороны, есть неплохая замена, поэтому... В принципе, ну давай, иди сюда, шакал. Получай говно. Сейчас мы получим таких от пиздюлин просто, что я не знаю. Мне кажется, мы умрем. Либо мы, либо он. Давайте, ребят, на кого вы ставите? Пока мы по почте вышли, пока она придет, она уже все нахрен испортится. Я бы с радостью бы обменялась, серьезно. Ну, типа... Просто потому, что оно испортится. А так жаль, да. Жаль. Держи ее давай. Вообще чипсов хочется. Самое такое, наверное, простое и вкусное. Да хватит меня шокером хреначить. Да, Почта России делает чудеса, блин. Пока дождешься, подохнешь просто. А что делать? Что делать? Приходится ждать. Мне бы вообще не обращаться на почту. Да подохни ты уже. Тихо. Просто охранник. Просто порешали, как, не знаю, как мужики настоящие. Ну-ка, давай, да забери что у него. А чё я не могу ничего забрать? Чё-то как-то скучно с вами. Я хотела дубинку забрать. Не дают. Хм. Блин, хорошая у тебя мама. Вот мне бы хрен быстрее купила, чем чипсы. Типа, а, чипсы, это не полезная еда. Ну, на самом деле, наверное, не полезная. Особенно, если ты гастритик. Так это вообще не полезно. Но, с другой стороны, иногда-то можно. Почему нет? В принципе, если есть все в меру, то все можно. Вспомните, главное жрать в меру. Чтобы вы не съели, доставит вам великую радость. В какой-то момент я начала любить эти... Ой, цветную капусту тушеную. Так что старость пришла. Теперь я ем все. Почти все. Единственное, что я ненавижу, это плов. Но это уже там по своим причинам. Ну да, типа редко ешь, нормально. Кстати, а те, кто жрет постоянно чипсы, вот эту вот всю гадость, там лет 13, это факт, что они потом все прыщавые, толстые, пухлые. Еще спортом не занимаются, если это вообще тренда. Поэтому шутки шутками, вот я раньше угорала над этим, а теперь я реально понимаю, что ну, очень сильно зависит внешний вид от того, что ты ешь. Так что... Ни к чему не призываю, но просто, типа, такой факт. Даже нам теперь. Так нам надо отдать вот этому... Мне надо отдать этому дебилу что-то. Мне надо сюда. Ладно. Наверное, просто пробежимся. Я так думаю. Как побежать? Суши не люблю. Роллы. Если ты про роллы, у меня нету прям такого пристрастия к роллам. Но, типа, иногда я их ем. Да пошёл уже. Короче, вот, я их иногда ем. Ну, прям вообще реально иногда. Я больше по пицце, шаурме какой-нибудь. Ну, такой вот. Бургеры те же. Я не знаю, все, что с пивом, наверное, можно. То и норм. Да как же тебя? Так, непонятно. Да, шаверма.
Ну, квошами. Шавером, шаурма, господи, какая разница. Оливки ненавидела, сейчас я не скажу, что прям люблю. Ну, так ничего. Ну, типа, блин, оливки, хрен с ними. В принципе, иногда даже вкусно. Холодец тоже иногда вкусно, иногда нет. Ну, то есть, блин, как бы... Не знаю, как это. Ой, придется драться с ним, бля. Что еще из предпочтений в еде? Я даже не знаю. Любого вида запеканка для меня просто сущая еда. Главное, чтобы там было побольше сыра. А помидор. Вот. По поводу жареного. Жареное не люблю, не признаю вообще, потому что, во-первых, желудок потом просто умирает нахрен. Ну, во-вторых, жирное, я прям... Вот именно вот такое жирное я прям терпеть не могу. Я даже в супе то, что вот зажарку делают, я такое, в принципе, не ем. Как-то, когда масло плавает, для меня это просто блевень. Вот. Поэтому... Печеное, вареное, тушеное, не знаю, только не жареное. Ну вот на гриле, кстати, когда мы делали, там вообще без жира получилось. Я аж обалдела, какая штука классная. Поэтому мне понравилось. Блин, затупила, не ту кнопку нажала. Косяк. Цены — это косяк. В общем, сейчас мы подохнем. Продолжим. Сейчас я, да, вот, с места отсюда начну. Да, красную икру люблю, потому что я не так часто ем, наверное. Просто так ложками не жую. Ну, с хлебушком, с маслом, да, люблю. Блин, красный край — это вообще тема. В принципе, морепродукты — это тема. Особенно, если они приготовлены нормально. Мы хоть и живем на Дальнем Востоке, но мы не жрём каждый день морепродукты. Я, в принципе, даже рыбу мало ем. Поэтому, блин, да. Я люблю. Так на Новый год. Ну, вот я осенью, когда покупают, иногда ем еще. Ну, серьезно, такая вот фигня. Поэтому даже не заморачивайся. Я не знаю, кто там жрет красную икру горстями. Таких не знаю. Вот. Мне тут надо было что-то сделать. Так, сейчас разберемся. К флюгеру, да? Флюгер — это наверху. Я салаты обожаю. Ну, в принципе, даже от корейской морковки, там, грибочку до каких-нибудь, блин, майонезных. А, кстати, не все любят салаты, которые, типа, там, курица с ананасами или, там, гранатовый браслет. Ну, типа, говорят некоторые, что это извращение. Ну, не знаю, мне нравится. Я прям вообще кайфую. Привет, привет, привет. Как дела? У тебя как дела? У меня отлично. Мы играем в игрушку, обсуждаем еду, потому что я очень сильно хочу жрать. И надо мной издеваются и заставляют мои слюнки течь. Самая дорогая машина в мире? Нет, не знаю. Ну-ка, сколько? Я могу попробовать угадать, но я думаю, что я не угадаю. Потому что... всех денег мира не хватит. Ой, бомж. Я не могу просто так здесь жрать, это надо приготовить. Чтобы приготовить, это надо полчаса точно потратить. Поэтому я сейчас постримлю, поболтаю с ребятульками. Стрим уже идет полтора часа. Ну, я еще, наверное, час максимум посижу. И потом... как поем? Предвкушение еды и счастья. Чё, давай. Я буду угадывать, сколько стоит машина. Ну, в долларах или в рублях?
мы рассматриваем ценник. Да как же, блин, стрелять? Долларов? Ну, в тысячах или в миллионах? Если, ну, скорее всего, в миллионах, миллион, ну, 20 миллионов долларов, блин. Для меня, мне кажется, это вообще капец какая огромная цена. Проблема еще в том, что я играю не на джойстике, я так и не разобралась, как стрелять. Типа, может быть, тут есть какая-нибудь подсказочка? Как же тебя стрелять? О, мы отобрали дубинку. Это пофиг. Так. Когда у нас там уже будет супер сила, супер мощь? 3,5 миллиона долларов. Обалдеть. Так, подожди, это я вот просто... Чтобы понимать, насколько это просто подохнуть, какая цена. Кстати, я такая веду стрим. Не смотрю ничего, не слежу на ютубе, что происходит. И тут замечаю... О, нет, 3 лайка. Ну ладно, 3 лайка. Жить можно, живите, хорошо. Ну, ребята, это же не предел. Можно и 4 поставить, а лучше 5. Я люблю цифру 5. Вообще, я люблю цифру 13. Но это ладно. Я не буду над вами издеваться. Чё уж теперь поделать. Так, 3,5. Ну-ка. Где у нас там калькулятор? Умножаем на... Ладно, 65. 227 миллионов рублей. Ёкарный бабай. Ребят, ну это уже все. Это просто клиника. Это слишком дорого. Жить слишком дорого. В принципе, все дорого. Так, я могу вот здесь вот как-нибудь... Нет, не могу. Ладно. А можно воспользоваться услугами? Можно мне Uber? Спасибо. Лучше Uber на районе. Циферку 10 тысяч. Я, в принципе, люблю циферки. Циферки — это клёво. Блин, опять бомжи. Ребятули, нам надо разобраться, как стрелять, иначе мы просираем один важный очень момент. Там же можно как-то... Не смешно, Баттерс. Говна, ты поевший кусок. Нам же очень важно... Кое-что сделать. А зачем я сюда приехал? Я, походу, туплю. Так. Пристукну же любую группу. Что? Так, еще раз. Ой. Обещай мне, что найди посылку, за которую тебе прислали. Так я же уже тебя нашла, нет? Не, ну мы сейчас еще раз посмотрим. Так, чё? Танки. В смысле, любишь коньки затягивать, или ты пошел коньки затягивать, или что? Так я же нашла, нет? Так, если сейчас возникнут некоторые сложности, они, скорее всего, возникнут, то нам придется выйти в главное меню, наверное, и посмотреть, как стрелять. Либо найти джойстик. Ну, как вариант. Так, выйдем. Пошел затягивать. Ну, давай, давай. Главное меню. Мы, блин, разберемся, как это делать. Настройки. Да вы издеваетесь. Как я это должна делать? Вот же идиотизм. Ладно. Все, чем нам не может помочь игра, нам поможет Google. Ну-ка, быстренько. Так, стрелять. Саушпака.
Смотрите-ка, что пишут. Друзья, тебя смотри. Давай, смотри. Надо нажать на Q. Выбор. Нажимаешь на F. Опа! Еее. Так, мы сейчас должны будем там всякие ништяки пособирать, раз мы нашли эту кнопочку. Так, все, теперь мы можем добиться своей цели и протопать кофе, по-моему. Сейчас посмотрим на карте. Карты. А чё? Я уже без колы. Так, либо игра глючит, что скорее всего. Я все-таки перепроверю. Мало ли что. Как говорится, да? Что-то мне не дает это покоя. Ну, типа, вот здесь я посмотрела. Так, пусти меня. Подожди. У меня же, наверное, в инвентаре есть. Сколько же много я дерьма всякого собрала, даже не заметила. Слушайте, походу нету. Все-таки. А где я его достану? Жопу, что ли? Ребятули, вы так со мной не шутите. То я могу подать на вас в суд. За... Не знаю. То, что вы мне уже... Тут пакетик мне не дают. Кое, но я думаю, это не он. Или он. Зараза. Это он и был. Ну все, ладно, хорошо. Теперь мы почаплим. Обратно. В кофейню. Сейчас пацану спидов принесем, он там быстренько наладит производство кофе. Тут чё? Сюда, наверное, заходить нет смысла, потому что он же нищий. Ну, как бы Картман очень много раз объяснял, что Кенни нищий. Ладно, смотри, тупи. Машка, конечно, просто. Так мы вас немножко обшмонаем, хоть вы бедные, но я не могу вас не обшмонать, потому что я же уже сюда пришла. Значит, дело стоит за малым. О, комната Кенни, смотрим. Полный трындос. Просто полный трындос. Keep out. Ладно, Кенни, мы тебя поняли. Мы все равно заберем все, что у тебя есть, потому что мы можем себе это позволить. Полно. Да. Я думаю, он хочет умереть от такой-то жизни. Не мудрено скопыситься. Все, валим, пофиг. Ходим, поконим. Так, сейчас мы Uber вызовем. Uber. И обратно в кафешку. Где ж тут ближайший Uber? Горло так и болит. Вот что. Грустно. Ну ничего. Я думаю, я с этим справлюсь. Наверное. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit, but be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh. Просто батя годом. Ну ты, Лёша, который правая рука, Денчик, который, типа, ну, Денчик. Кто еще? Не знаю.
Наверное, все. А что мы? Когда мы уровень-то получим? Уже пора, нет? Мы не получили до сих пор уровень. Так, где задание? Задание. Где Крейга? А, ну все, только к Крейгу сходить. Так, прикрепляю к школе. Это понятно, это понятно. Такие потопали. Третье приключение. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Открываешь ты дверь. Так, теперь мы можем делать вот так, раз мы разобрались. Так, поближе. Си. Так, все, груля. Где дом этого дебильного Крейга находится? Далеко. Что у нас нету? Ну капец, просто еще полгорода пидорить. Тронг, тронг, тронг. Точняк, я придумал. Нам нужен этот флажочек. Убер. Давай, задавай вопросы, я хотя бы поговорю. А то мне скучно. Ну ладно, мне не скучно. Просто. Вот сюда хочу. Я думаю, куда же, блин, где тут выход-то? Нет, он тут. Да? Да. Вижу грулю. Как не достать? Ты хочешь, чтобы я сказала что-то плохое? Если это так, то берегись. Моя злость будет ужасной. Ну, допустим, я. Ой, прости, Баттерс. Хотя тебе не жалко. Шок-контент просто 18+. Только что вы пропустили, кажись. Ну да ладно. Главное, что я не пропустила. Ну, вроде как му, хотя я не думаю, что му. Ну, пусть будет му. Какая-то странная кахатка. А чего никого нет? Это подозрительно, подозрительно. Ну, все равно все заберем. Ну, нет. Я не такая. Вот не надо тут. Я очень хорошая. Местами. Местами хорошая, местами хаты обшманываю. Но чувак сам захотел, чтобы я была вором. О, кстати, пацан, привет. Ясно, какое-то очередное задание. О, тырим. Тырим. Все тырим. Почему бы и нет? Нам никто не запретит тырить все в этой хате. Чего ты хочешь, чтобы я назвала себя нехорошим словом? Зачем тебе это? Как тебе это поможет? Mm-hmm.
Баттерс, ты задолбал за мной ходить. Провалим в шкет. Сколько это хорошо. Где я, блин, должна найти его iPad? Так, мы очень сильно отвлекаемся на всякие полузадания. Ничего особо поделать не могу. Извиняйте. Я пытаюсь очень сильно отвлечься от того, что хочу жрать, но я чувствую, что скоро я не смогу у себя сдерживать. Так, все там. Что у нас там? Мы можем... Так, мы должны вернуться к Картману. Давай по заданию. Вулкан повсюду, обыщу территорию вокруг церкви. Так. Я, наверное, обыщу территорию вокруг церкви. И... Блин, ладно, понятно. Проще туда сама дойти. Я-то думала. Так вот. Пошли в жопу, маленькие уроды. Сюда. Да, еще давай. А чё? Ой, да и хрен бы с ним. Куда же топать? Скажи же дашка. Ну вот я... О! Еее! Так, сейчас мы пацанчику вернем. Блин, я не знаю, есть смысл в том... Нет, не хочу... Нет. Вернись обратно, не пойду туда. Потом церковь. Почаплю. Да-да-да. В жопу себе засуну эту палку. Все верно. Сюда. Так, здесь сюда я заходила, да? Нет, там тёлка была. Ну-ка ещё раз. Падла закрылась. И ничего не смущайся. Это было шикарно. Думала, нас пацак уже ждет. Он все тусит в своей комнатуле. Чувак. О, у меня новый друг. Это же прекрасно. Мне кажется, мне надавали ништяков, и я не в курсе. Инвентарь. Так, хочу дубинку. Ах ты, падла, ладно. Пофиг. Бабские парики не хочу. Так, очки. А где там шлем? Ладно, противогаз пока что у меня типа улучшает. Перчатки нет. Мне нужен третий уровень. Вот к чему мы пришли. Нам нужен четвертый уровень. Еее. Да, коньки... Очень такое занятие медленное, я бы сказала. Почапали. Куда мы почапали? А, мы в школу. А, нет, нужно пойти к карту. Ой, какой это будет нелегкий, долгий путь. Может быть, нам Убер поможет. Хе-е-е. Такси в этой игре просто самое важное, что они могли сделать. Getting into trouble is a risk to do that.
Класс, мне надо идти в школу, писать чувака и просто огребать по жестко. Я готова. Что мне стоит? Пойти и грести. Привет. Да-да-да. Че, оружие можно получить, нет? А, да не, мне не надо найти. Спасибо. Правда. Они вообще сейчас бессмысленные. Я никак это не смогу вывести, использовать или что-то вообще с этим сделать. Да и смысла это не имеет на самом деле. Поэтому просто лучше смотри, ставь лайкусик. Не отписывайся. Ты представляешь, кто-то уже отписался от моего канала. Это же вообще кошмар. Как посмели. Было 45 подписчиков или 46, а сейчас 44. Это как вообще? Да какое обновление-то? Да. Это я чуть-чуть расстроилась. Я всего лишь несколько дней не стримила, по идее. Ну, отписались и отписались. Не страшно. Давай, давай, начнем обучение. Просто противоправные как-то действия. Так, давай еще раз. Это сложная хрень. Мне так кажется легко. О, так что? Блин, фанакин. Фанаки. Да, умею их так же обнимать никак. Блин, кинь звук, собака. Он же дикий там, пёс. А может быть, мы всё-таки будем теперь третьего уровня? Так, подожди, давай-ка купим. Для третьего уровня, может быть, есть какие-нибудь? Нет, справа не вещество. Продать, нет? Что, можно на какую-нибудь кнопочку продавать? Это типа супер развлечение такое. Хотя мы тоже, по-моему, так делали. Мы вообще башкой в снег макались. Чё уж говорить. Это всё нормально. Практика веселья. Это лучше, чем сидеть дома, как дебил. Ну и что?
ты вот просто смотришь меня. Кто-то, остальные не смотрят. Может, потом посмотрят. Я даже не надеюсь на много просмотров. Я думаю, то, что будет, не знаю. Может, 20 максимум. Поэтому, как бы. Просто играю. Почему бы нет? Приглянешь штуки, чтобы сейчас прям пожестко застариться. Я, скуплю сейчас по магазинам все, что есть, Да, вообще это неинтересно по той простой причине, что ты не можешь пообщаться с человеком. Но так я тебе отвечаю. Типа, кому-то нравится как прохождение, не знаю, я еще просто болтаю очень много. Наверное, поэтому кому-то нравится. Я этого тоже прикол. Не понимаю. Так. Мне нужны нашивки. Нашивки мне не подходят. Мне нужны оружие на ремнях. Мне нужно снаряжение. Ага, понятно, у меня было там третий уровень снаряжения. Мне нужно... Классное оружие. Ну ладно, купим. А потом, когда мы получим четвертый уровень, мы сразу... Ну хотя ладно, потом купим. Прям вещества. Мне нужен очень. Кстати, эликсир скорости это тема. Воскрешающий эликсир это стопудово. Эликсир маны стопудово. Что-то я даже не подумала, что мне надо будет побольше. Эликсир силы целебный по-любому. Так, большая порция, чтобы было. Так, еще мана. Ну и все, наверное. Ек! Ксюш, молодец, что пришла. Да. Да-да-да. Ты так свалила вообще нежданно, негаданно. Я думала, все, ты пропала. Тебя больше не будет. Так, хочу шоковый урон. Потом, это понятно, хочу вот это вот. Да, хочу вот это вот. Хочу вот это вот. Ладно, изменить поход ничего не можем, да? У нас нет ни хрена. Ну, потом накупим. Так, бородка. Вот это вот мне уже разонравилось. Вот это мне тоже разонравилось. Ну, собственно, вот все. Да ладно. Нет, мобильные игры я не очень люблю. И если честно, если уж быть до конца откровенным, я, в принципе, телефон практически не играю. Ну, не возникает и ни времени нету, и возможности. Как-то, знаешь, больше всяких... Как сказать-то? Взрослая жизнь — это не просто так. Это вон тут вот не здесь. Очень много дел бывает. Вот. Привет, привет. Дмитрий, вы посетили меня своим величеством. Я премного благодарна вам за то, что вы здесь с нами. Ну, как-то так. Достаточно хорошо распинаюсь. Да ладно, есть у меня телефон, просто не люблю играть.
На компьютерные игры у меня тоже не особо много времени теперь. Ну, вот сейчас и время, и, как это сказать, блин, желание, настроение появилось. Вот сижу тут с вами, играю, болтаю. Снизошел до смертных. Раньше надо было снисходить до смертных, Дмитрий. А теперь вас покарают за это. Ой, еще бы знать, как проходить. Тьфу, как подключить телефон к стриму. Я не буду этим заниматься по одной простой причине, что мне это не совсем интересно. Я сейчас нахожусь здесь с вами. Просто для того, чтобы было весело, забавно. И, в принципе, мне нравится общаться. Дмитрий, я вас прощаю. Я сама очень часто занята, поэтому так и быть, я пойму. И прошу вас. Я посмотрю, что это за игра. Я сейчас объясню, что я все-таки решила сделать. У меня скоро учеба, как вы это можете понимать. Так, я сейчас отвечу на твой вопрос. Вот. И я решила, что у меня есть один самый удобный день для стрима. Это среда. Причем среда день по моему времени. Но еще, скорее всего, вечер воскресенья. Ну, видите, в воскресенье многие стримеры делают стримы, поэтому я вообще вне конкуренции. Ну, то есть, хотите, приходите. Как бы я вообще вот сейчас была уверена, что никто из вас не придет. Ну, типа, нахрена вам сюда приходить? Я там не супер веселая, не супер вау, мега стример. Вот. А, какой герой из Марвел тебе... Конечно же, Железный Человек, ты вообще его видел? Это же, блин, Роберт Дауни-младший, причем в костюме Железного Человека. Это просто самое топовое вообще, что могло произойти со мной в моей жизни. Это когда меня повели на первого Железного Человека в кино. Просто, хорош. Лучше. Достойно. Вот первая часть была, наверное, самым крутым фильмом. В принципе. Из всего, что я смотрела. О, спасибо. Спасибо, что ты меня любишь. Кто-то меня любит в этом мире. Да. Сейчас я грибу люлей и обязательно с тобой поговорю. Гребаный цвет. Да что ты? Так. Мейджик. Так, можем... ни хрена там, ладно, блин, надо. Чё, обдолбали, что? Так, надо вот этого. На. О, кстати, неплохо выносит. А чё, у тебя тоже любимый Железный Человек? Особенно первый фильм, да? Ну, потому что вот его прям постарались снять. Это прям факт. А остальные, вот чем дальше снимают, тем хуже. Ну, по качеству, как будто тупо ради кассовых сборов. Капитан Америка вообще что-то как-то... Черная Пантера... Ну, блин, я не хочу обижать фильмы, но это трындец. Как бы хожу просто, чтобы вот уже досмотреть и все. Да, он такой крутой, боже мой. Я когда смотрю его фильмы, я летом буквально пересматривала, веришь, нет. Я просто думала, просто батя в здании. Вот когда он прилетает, это все. Вот все понятно, что все выиграют. И есть еще после него, кто мне нравится. Это мне понравился. Сейчас скажу, кто мне понравился. Мне немного понравился вот человек, который там вышел. Ну, такой добрый, достаточно прикольный. И мне понравился
Человек-муравей, который первый фильм вышел. Ну, тоже что-то, по-моему, вкатил. В принципе, как герои, Человек-муравей, вот, Человек-паук, они прикольные. И актеры там прикольно играют. Ну, такое. Не, ну, Роберт Дауни-младший, это вообще просто сравнивать. Как бы нельзя. Такие пирожки. Ой, ты тоже смотрел Соус Парк, да? Ты знаешь, то, что чувак говорит по ней Нинга. Боже, боже. Это же просто лучший мультик. Он такой обдолбанный. Не знаю, его явно, когда делали, просто курили что-то, не знаю, там, спидуху смешивали с марихуаной, чем-то еще, но... Е-е-е. Лучше. Просто шикарно. Ребят, давайте мне пропусть. А чё, как пройти? А чё, не? Да, они задолбали, блин, убивать. Кстати, ты не в курсе, а чё, всё, мультик закончился, я в последний сезон посмотрела, там, 10 серий, и чё-то вообще непонятно. Всё, больше не будет выходить, что ли? Это беспредел? Как так? Как зайти в эту сраную школу? О, кек. Надо было просто подойти к ней. Неважно, вы этого не видели. О, боже мой, он меня заразит своими конопушками. Вы же знаете то, что у рыжих нет души? Надо вот треснуть. Просто помордаться не надо. Эй, я уже с этого удара вынесу, просто смотри. Хренайся нахрен. Ну давай, ты тоже с молоточку подойди, вот он тресни. А, нахрен. Рыжий дежурный. Звучит просто как приговор в жизни. Рыжий дежурный. They're gonna see you, Craig! You're not getting out of detention! I'll be out of here in 10 minutes. Так, давайте обшмонаем рыжего. О, портфельчик, папочка. О! Это же повар. Шеф, точнее. Куда же нам идти? Сюда, что ли? Ну, пошли. Сейчас, короче, я приду, скорее всего, в школу. Чё, блин, захуйнёв, чтобы неправильно говорил, другой лежал. Да, бля, держи тему пустить, чтобы... Да, я поняла, жить. Так, всё, добрый вечер. Так, во-первых, я могу сделать вот так вот. Во-вторых, я могу сделать... Вот так вот. Эй, хорош, хорош, просто красавчик. Чё дверь-то закрыта? Боже, какие же вы... О, кстати. Да, что ты будешь делать? Давай все забираем. Да. Ну, он дебил, конечно. А чё, нет? Не понимает? Ну-ка, иди обрубай. Просто обрубай. Surrender, or,
Да я же... Что-то как-то я прогнала от тьмы. Ну ладно. Давайте уже разбейте ему хлебальник. Иди в жопу. Маленький рыжий черт. Ничего-ничего. Я просто подустала и очень снижать хочу, поэтому вот сейчас мы придем в школу, спасем нашего собрата. И обязательно поедим. Именно рыжего, и надеюсь, он шпит. Ах ты мать. Ну-ка, быстро у нас там... Не знаю почему, хочу просто у него вот так вот сделать. Ладно. Так, давай это. Насчет магических вещей я так и не научилась делать. Потом, может быть, жестко получится. Что-то с Клавой вообще неудобно в эту игру играть. Знаешь? Проблемно, проблемно. Господи, да что он постоянно все звучит? Водичка. Угу. Водичка, да? Значит. Кто-то кого-то обижает. Знаете? Я прям слышу. Бетонный ключ. Бетонный... О! О, у него ключ. Ну все. Парень, ты огребаешь. Ой. Так, удерживай F. Цесин, значок. А чё? Чё? Здесь значок с напарником с помощью машин. Может быть, мне нужен другой напарник? Там же, по-моему, можно было менять. Да? Не, ну в натуре там же можно было менять. Так, хочу себе Кенни. Ну, в смысле, не хочу Кенни. Да, да. Вот же вот. Дима, это все для тебя. Надеюсь, ты это видел. Это просто шикарно. Красота. Че? Ну-ка, да. Че тут есть? Да-да-да. Все верно. Именно так. Выходим. Выходим, не сдерживаемся. Рыжий, ты что говно? Кенни, ты явно слетай здесь, да, грибай, ладно. Ой, Кенни, у него же там какая-то была магия веселая. Сейчас заценим. А, нет, это мы. Нет. Зад. Мы будем просто с молотка бить. Просто под лицу по лицу. Рыжее чмо. Так, а Кенни. Самоочарование. Способности. Роскошный поцелуй. Пушистые друзья. А, пушистых друзей я знаю, да. Какого хрена мне Кенни вынес? А никто не подскажет, что я что-то не так сделал, да? Явно. Вот срань. Ладно. Сейчас кто-то получит по своему нагороду. Я сейчас подохну. Ой, все, просто ты сейчас умрешь. Блин, ладно, не сейчас. О, Кенни, привет. Боже. Вот теперь точно. Да блин, ты что не делаем так? Так, надо Баттерса вернуть, а то я что-то не мешаю, как играть за Кенни. Просто сейчас подойдем и вот так вот. Все,
Хорош. Минус рыжий. Так. Кенни, ты меня вот пугаешь. А, подожди, тебя можно поменять. Да, на Баттерса, пожалуйста. Спасибо. Ах вы падлы, из-за того, что поменялось, что ли, еще вначале? Почему? Ну давай, Баттерс. Мы должны их ушатать. На нахрен. Хорош. Мало точек. Хорош. Так. Последний говна поедет. Маленький турок. Боже, да просто подойди, блин, уже его и просто вот, вот так. О, хорош. Просто красавчики, мы разобрались с рыжими. Вы понимаете, что не всем дно убивает рыжих? Можно какую-нибудь серию обозвать. Убийцы рыжих. Истребители рыжих. Истребитель нечестивых. О. Так, запомним это название. Пожалуй. Так, теперь у нас есть ключик, у нас есть жертвы мои. Мои маленькие жертвы. А как это все забрать? А, ну все. Так, а зачем мне значки рыжих? Их, наверное, можно будет продать. И нафига я? Так, я поняла, все-таки можно было. Ой. Не то. То есть можно было все-таки, да, так сделать? Я не увидела. Ну ладно. Не страшно, не страшно. И так вроде неплохо пошли. Так это сюда можно? Нет, нельзя. Ну ладно, сюда можно. Ох ты ж я. Так я вот сюда вот. Ёпта. Просто ушатала двоих. Понимаете? Два по цене одного. Ах, мне вас-то ушатать. Так, в любом можно куда-нибудь стрельнуть. Да-да-да, вон. Блин, не то. Так, я знаю, надо вот отсюда стрельнуть. Ах ты. Ты чего убегаешь? О, блин, он нас сломал. Маленький рыжий ублюдок. Ты отравил моего бойца. Ты просто сейчас отсосешь. Ну, вы сами там рифм продолжайте. Я пытаюсь быть более добрый. И уверенно. Не, ну рыжий утырок вообще просто бесспорно. Сейчас ты так огребешь, что просто вот... Просто так от бешеных лап, блин, могучий и великий. Я не знаю, зачем я это несу. Наверное, я просто голодный. Ребята. Говорят то, что очень странно смотреть, когда стример ноет. Я уже, наверное, полчаса ною, что я голодная. Понимаю, что это очень отвратительно. В какой-то момент вам захочется моей смерти. В какой-то момент вы захотите отписаться от меня. И даже поставить дизлайк. Но думайте, что побуждает меня ныть. Так что вот, как-то так. Так, там еще один челик, его походу... Ой, чувак, нифига тебя там вштырил. А что с ним? Его типа избили? Что с челиком делать? В смысле, все? Я понял. А, типа, помоги ему.
There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Слишком рыжие. Слишком рыжие, ребята. Простите меня, боже мой. Я не могу, мне смешно. Я вообще за мексиканцев играю. Так. Почапали. Сейчас кто-то будет огребать. Скорее всего, я. Ну все. Нет. И вот они добрались до ключика. И теперь пойдут атаковать толпу рыжих зомби-монстров. Просто как не в себя. Чего это такая бойня? Ну, я так думала. Да, я так и думала. Просто будет сейчас полный крымбос. И главный дежурный. О, боже мой. А можно я его оружие забрать? Так, босс, да? Сложно забыть. У нас босс, ребят, который просто сразу плохо снял. Так, я прокачивала вот эту хрень. Для чего, собственно? Ну, неплохо. Правда, немножко затупила. Так, мы... Знаешь что? Вот зачем мы это делали в самом начале стрима. Так, еще сейчас пахнем. На, нахрен. Зачем тебя украли? Ну-ка, быстренько на место вернули девушку мне. Давай, давай, удачи тебе покататься. Смотри, там не падай, чтобы все было хорошо и приятно. Приятное катание — это всегда классно. Он не может ничего активировать, потому что он дебил. Ну да ладно. Так, на всякий случай, чтобы вот этого не копнуло. Вот так, вот так, вот так. И... бам! Знаете что? Я думаю, пора вот этих бить. А то что-то они... И... А, песик. Блин, погуляй с песиком сюда, хорошо. Это же песик. Чё там, босс должен был уже подохнуть, нет? Ой. Ну все, Баттерс отъехал. Теперь остались только я и два рыжих парня. Можно тоже назвать серию. Я и три рыжих парня, блин. Нет, я хотела... Да нет, не надо мне дарить пёсика. Сама когда-нибудь куплю, когда можно будет. Буду гулять с пёсиком. Веселиться с пёсиком. Да не важно. Как меня зовут? Очень молчаливый. Давай, давай. Чё же вы, скоты, меня... Мне не дали забрать... ценности. Я, блин, дежурного зачем мочила? Не тащи. Во. Ну-ка. Так знала, что у него есть всякие ништяки. Всё. О. Так, всё. Так, у нас теперь четвертый уровень. Меняем вот это. Так, стоп. Изменить вот это. Вот инвентарь. Не, ну типа самое лучшее это вот это, поэтому вот так вот. И вот так вот.
Здесь у нас появилась вот такая вот хренотень. Можем на нее добавить вот так вот. И заменить взять с собой. Так. Так. Это понятно по трендос. Нет, не хочу мешки по глазам. А, ну теперь ты... Боже мой, ни за что. Что случилось с моей школой? У-у-у, ребят, у нас тут это... Появились ништяки новые. Ни на что не хочу намекнуть. Ну, весьма неплохо, неплохо. Ладно. Так. По ништякам мы все поняли. Е-е-е. Туса. Тикс. Ладно, ребятуль, а что за обновление? Так, сейчас мы все еще посмотрим. Блин, может быть, все-таки мы сделаем нормальную. Особые. Запас здоровья, это хорошо. Да. Вот. Отлично. Так. Инвентарь способности. Ладно, пусть будет вот это, на всякий случай. Косметичку мама не сумасшедшая. Ну да, типа того. Так, отлично, у вас новый друг. Да, Ксюша. Ты можешь мне что-нибудь рассказать интересное? Так как стрим сейчас уже очень скоро подойдет к концу. Мы почти с вами 2.5 часа играем. Я могу ответить на все ваши интересующие вас вопросы. И пойду наконец-таки кушать. Поэтому давайте не стесняемся. Мне 20. Это плохо. Это все, это приговор, и я скоро умру, да? Наверное. Блин, ну, на самом деле есть такие шутки, на которых миллион раз можно произнести и постоянно упарываешься. Вот у меня эта шутка про попу и лупу. Я просто не могу, я ору как не в себя. Причем каждый раз ее как-нибудь переделывают, интерпретируют, и я просто ору. Поэтому вот, клубок весь тоже в какой-то мере смешно. Ладно, больше мы пока что проходить ничего не будем. Давай попробуй сломай мой мозг. У тебя есть еще примерно 1.5 минуты. Я готова подождать взлома моего мозга. Уважаемая Ксения, скажите мне, пожалуйста, а вы поставили мне лайк? Потому что я вот стараюсь, делаю для вас тут хорошее. Общаюсь. Вот мама смотрела, заходила людей намного больше, а лайков всего лишь 3. Это как понимать? Я не гигант. Молодец. Вот ты исполнительный человек. Просто молодец. Выполняешь все. Красава. Падненько, ребятульки. К нам никто не присоединился, но подписчиков нет, но это не важно, потому что все-таки стримы будут по средам. Очень неплохо посидели, я рада, вы мне неплохо подняли настроение. Так как у меня уже вечер, но у вас день, я точно знаю. Фу, действительно фу. Так вот, у вас день, поэтому желаю вам удачного дня. Ну, наверное, пока. До среды. Надеюсь, увидимся. Всем пока!